все на войне, как в жизни, будничное, простое. Только горнило боя — это совсем другое. Действо между мирами, на острие тончайшем, там, где расшиблись лбами в ярости величайшей боги огня и дыма, боги войны и света, на килотонны пыли разворотив планеты, выпив вселенной токи, обезоружив звезды. Были гимнастерки, часто легли на скосы пашни умалишенной, сгладив ее морщины. Кто там идет колонной? Боги?